Тимур очень классно видит сильных людей, готовых потянуть за собой команду, стать лидерами таких процессов изменений, трансформации. И наравне со мной он вылавливал этих людей и задавал к ним вопросы. Вопросы, которые помогают прояснять смыслы, вопросы, которые значимы для этих самих людей, в том числе, чтобы остаться вовлеченными в процесс. Плюс мне показалось, что атмосфера, вот то, как он умеет создавать атмосферу, это нечто уникальное. Каждый оставался настолько доволен процессом и результатом, и испытывал счастье, так что да, там счастье было одной из ключевых вех наших ценностей. И я думаю, что это результат процесса вот этого, который сложился в тот момент в этом пространстве в том числе. На наш взгляд, это была фасилитация работы группы, очень такая смысловая, да, по выявлению смыслов, а что для нас каждое это слово, каковы у нас ожидания, если мы будем вести себя вот таким образом, как мы называем, да, и почему именно этот список ценностей или же там индикаторов поведения для нас значим, что это нам дает для достижения наших стратегических целей, зачем это нам. Вот мне кажется, все, кто был на этом мероприятии, ушли с пониманием вот этих смыслов, зачем это нам и для чего. И сейчас мы эту историю продолжаем дальше, мы проводим самостоятельно такие достаточно краткосрочные, но все-таки тренинги на проживание этих ценностей, которые заложены в модель. Я рекомендую Тимура для атмосферы, для задач, которые очень связаны с вовлечением сотрудников, потому что они выходят заряжены, они очень доверяют результату и чувствуют свой вклад в этот процесс. Поэтому, если у вас задача масштабная, ну или, в принципе, не очень, да, но нужны вдохновленные, одухотворенные сотрудники, то я думаю, это к Тимуру. Вот он умеет уникально создать атмосферу и довести группу, подвести к результату с ощущением собственного вклада.